Химия, наука, экспериментальная. Великий Менделеев, отец нефтехимической промышленности, его бюст смотрит прямо на НПЗ, был бы приятно удивлен. Потомки дело его жизни приумножили тысячекратно. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе технологические процессы постоянно совершенствуются, модернизация не прекращается. Из последнего. В середине июня из Италии были доставлены водным путем реакторы депарфенизации для установки гидроочистки дизельного топлива топливно-каталитического производства. Данная установка, построена по лицензии компании «Аксенс». Значит, она позволяет получать современное дизельное топливо качества Евро-5, которое повсеместно реализуется на заправках Республики Беларусь и зарубежья. Но также у нее есть потенциал для будущих экологических стандартов, вплоть до снижения содержания серы там менее 5 ppm. Потенциал для будущих экологических стандартов и должны обеспечить эти реакторы. Их запуск позволит производить и зимнее дизельное топливо стандарта Евро-5 со сниженным минимальным количеством серы. Реакторы депарфенизации предназначены для улучшения свойств хладотекучести продуктового дизельного топлива с достижением температуры помутнения минус 12. Срок изготовления реакторов с учетом доставки составил 15 месяцев. Вес каждого 170 тонн, длина 20 метров, толщина стенок 20. Для установки гигантов были задействованы два супермощных крана. Сложность данной операции в том, что реактора очень тяжелые, вес их каждого порядка 170 тонн. Значит, подъем производился специальным краном Терекс грузоподъемностью 850 тонн. То есть данная операция была выполнена успешно. Реактор на одну из секций был установлен. Следующей операцией будет установка точно такого же реактора на вторую секцию. Второй реактор будет установлен в зеркальном отражении. Модернизация установки гидроочистки дизельного топлива, топливно-каталитического производства позволит не только выпускать продукцию нужного качества из парафинистых сортов нефти, но и увеличить объем производства дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. Впереди новые проекты. Один из них – завершение строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По планам, в 2019 году проект будет реализован. Это позволит увеличить глубину переработки нефти и нарастить объемы выпуска дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Снизится производство мазута, содержание серы в мазуте уменьшится до 1%. После этого в планах НПЗ строительство еще двух сложных комплексов. Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».